все вязали, у него удочки там засасывали. Вот я Лёве сказал, это очень приятно. Я, наверное, надо начать с того, что я очень люблю все русское. Для меня это, ну, типа, важно, типа, красавчики наши. Но нельзя отрицать того, что выстави 10 лодок, и ты сразу, скорее всего, поймешь, какая из них русская. Ну, вот проблема у нас с дизайном. А нету, кстати, аналогов. А здесь... Не-не, я, в принципе, я говорю, вот я вижу товар, назовем это товаром. И я бы реально подумал, что кто угодно, но точно не у нас. Вот точно не мы, да. Во-первых, качество, вот просто до чего не... Куда не посмотришь, супер кайф. Ну, действительно, только положительные впечатления от визуала. За 10 лет производства. Мне нравится абсолютно все. А тонировка, все тонированные? Слушай, ну в основном в базе идет, да, тонированные. Стиль бешеный. Спортивное, элегантное купе. Я сейчас поезжу, да и сделаю спальню. Можно, я так понимаю, еще больше сделать. На самом деле это кайф, что у ребят нет никаких ограничений. Хотите кондиционер, хотите телевизор, хотите что хотите. Скажите что-нибудь. Я хочу сказать, можно? Абсолютный комфорт, 1000-процентный кайф, но есть один микро-нюанс, нано. Я, честен, шумновато. Можно разговаривать, не проблема, но просто поначалу я думаю, нифига, как мы будем ехать с таким шумом. Минут 15 спустя все проходит и уже комфортно. Понятно, что ты ничего не придумаешь, не сделаешь, но это единственный такой нюанс. Управление. Меня Лев застращал, говорит, да все, капец, мы сейчас тут все, ты сядешь за руль, мы разобьемся. Нифига подобного. По сути, как лодка. Единственное, чуть-чуть заранее надо все это делать. Делать поправку на ветер, смотреть, что у тебя покрытие. Под ногами. Какое у тебя покрытие, потому что есть свои микронюансы. Но это абсолютно легко. Если такой дебил, как я, с этим справился, вы справитесь и подавно. Повторюсь, я не могу не рассказывать об этом каждый раз. Дизайн мне реально очень нравится. Эта вещь, как не то чтобы объект искусства, но я на нее смотрю и получаю от этого удовольствие. А это, между прочим, дорогого стоит. Очень тепло, можно поставить кондиционер, то есть можно сделать, чтобы было очень холодно. Всевозможные вебасты, подогреватели, труб. Наконец-то. Потише сразу стало. Да, я думал, что это после лодки, а нет. Я бы сказал, что, наверное, это даже перебор, но очень много места в салоне. То есть мы были, сколько у нас было? У нас 6-ро. Но это еще средняя модель. Не-не, понятно, что я сегодня видел автобус, это моя новая мечта, на которую надо теперь долго копить. 6-ром мы абсолютно спокойно сидели, никто никому не мешал. Все раскладывается в спальные места, все можно сделать по вашему заказу. Я захотел там кафель, линолеум, поверх ламинат, без проблем ребята все сделают, что тоже очень ценно и важно, что это не клепается так, что, извините, у нас завод, и она такая, и нас не волнует. Это тоже очень круто, потому что клиенты все разные, кто-то будет просто рыбак, ему главное подальше уехать, ему вообще ничего не надо, можете даже стекла не ставить, а кто-то хочет... Я извиняюсь, а где у меня тут подогрев заднего сидения? И ребята все тоже это для вас сделают. Это очень ценно. Да и в принципе, я говорю, посмотрите, какой кайф. Одна внешняя еще стоит. Если бы я не здесь стоял, а на берегу, я бы точно так же провожал бы ее от начала до конца взглядом. Я думал, что эта херня не едет, а она так едет. Она, вообще едет так, как вы даже не догадываетесь. И это очень опасно зимой, потому что я сейчас шел за рулем 60-65, а по факту мне казалось, что это 30. Абсолютно не чувствуется скорость, да? Полный комфорт. И, что меня еще удивило, я думал, что она, прекрасная Лёв, аэролог, не разгоняется. А наш прекрасный капитан Алексей один раз как дал жару, так что на ней можно даже в потоке обгонять. У нее реально есть динамика, что для меня тоже было удивление. Короче, супер кайф. Появилась новая мечта. Потому что все старые, похоже, уже кончили. А новая это кайф. Спасибо огромное, ребят, за проведенный день. Я оценил.